Всем привет, я Леша Воробьев, очень рад всех видеть и надеюсь, вы меня тоже. Слышишь что-то, так нет. Скажите, пожалуйста, вы знаете такого певца Алексея Воробьева? Нет. Не знаете совсем? Нет, совсем. Евровидение не смотрели? Не смотрели. Вы знаете такого певца Алексея Воробьева? Да, да, в курсе. На Евровидении баллотировался. Выступал. Ну, выступал, да. Пытался первое место занять. Но он выступал, да, у него что-то не получилось. Ну, он хороший парень, вообще талантливый. Он вам нравится? А чем? Вы знаете, мне нравится больше его творчество, а вот как-то он сам, вот лично, вы знаете, парень вроде неплохой, но я ценитель как-то женской красоты вообще, понимаете? Вот. Давайте девушку спросим.
Ну, вы знаете, поет он, в принципе, хорошо, и на европейский уровень, в принципе, тянет, но, ну, молодой человек симпатичный, в принципе. Вы знаете такого певца, как Алексей Воробьев? Вау! Конечно, да. Нет, мне понравилась песня, потому что она более оживленная у остальных исполнителей. Она, ну, более-менее скучная, а вот именно он там еще и танцевал, и с группой, и он очень классно двигается. Он, я знаю, как он ходит в... Ну, специально занимается. Все подготавливается. Да, и вот они это очень долго готовились, я слышала. Мне понравилось. Он мне пластичный. А да. Некоторые певцы, ну, не двигаются. Мне кажется, это хорошо, когда танцуют и поют одновременно. Спасибо. А что бы вы ему пожелали? Удачи на следующем Евровидении. Туда. Отберут, и он будет... И займет первое место. Опять. А вот он хочет стать мировой, например. У него все возможно. Он пускай тоже будет. Мы за, мы будем за него голосовать, везде болеть, да. Вы знаете такого певца, как Алексей Воробьев? Конечно, конечно. Молодой, современный певец, выступал на Евровидении. Также он известен как и актер. Очень красивый, талантливый, молодой человек. Он вам нравится и как певец, и как актер? Да, актёр. Как мужчина тоже нравится. Потрясающе выглядит, великолепное тело, лицо очень красивое. Волосики так наверх поднимать. Насколько я знаю, участник Евровидения, да? Очень талантливый исполнитель. Мы видели его выступление. Перспективный молодой человек. Я думаю, он покорит просто мировую эстраду, поскольку действительно есть большой потенциал. Уверенно ведет себя на сцене. У него интересная композиция. Заводные, зажигательные, молодежные. И есть свой стиль и вкус в музыке. Молодой человек. Да, я тоже соглашусь с моей женой Олесей. Мне нравится, как он поет. И голос у него тоже довольно-таки хороший. Да, знаю. Знаю, что он раньше футболом занимался, если я не ошибаюсь. И мне он нравится, и нравятся его песни. И я думаю, что в будущем его ждет очень много разных, наверное, открытий для себя и открытий, ну, для людей, которые его даже не слышали. Да, играл в кино и смотрела фильмы. Ну, думаю... В разных сферах, и он талантлив во всем. Что он делает? Что вы могли бы ему пожелать? Пожелать, ну, наверное, тех же открытий, чтобы он, может, открыл еще какой-нибудь талант в себе. И продвижение, процветание в своей карьере. Вы знаете такого певца, как Алексей Воробьев? Ну, так, немножко знаю. Вы о нем слышали, где, видели? Что думаете о нем? Родители о нем говорили. Слышно музыку, но не помню его произведение. Пожалуйста, а вы знаете такого исполнителя, как Алексей Воробьев? Если знаете, что не можете сказать? Ну, Алексей Воробьев я, конечно, слышал в связи с тем, что он выступал на Евровидении за нашу страну. Но это, в принципе, все, что я о нем знаю. Вы знаете такого певца, как Алексей Воробьев? Конечно. А что можете о нем рассказать? Хороший голос. А больше вы ничего не знаете? Или что он актер? Нет, не знаю. А хотели бы вы, например, в нашем городе услышать его на концерте? Ну, была бы не против. Очень талантливый. Он и на коньках, и пляшет, и поет. Это очень, конечно. И, конечно, чувствуется, что трудоголик безумный. Молодец. Спасибо большое. Пожалуйста. А вы знаете такого певца, как Алексей Воробьев? Воробьев – это Горьковский, да? Нет. А то у нас есть Воробей из Горького. Очень хороший музыкант, кстати. Алексей Воробьев выступал на Евровидении за Россию в этом году. А, что-то не слышал. Не, Воробья, я знаю Воробья, вот, нашего Горького музыканта. Скажите, пожалуйста, вы знаете такого певца, как Алексей Воробьев? И что вы о нем можете сказать? Так, я, честно говоря, ну, мы знаем, я слышала, но я знаю, да, знаю. И он довольно часто мелькает на экране. Это плохо? Почему хорошо, наверное. Вот. Но это явление современной музыки, молодежной типа. Представитель современной молодежной культуры. А вы знаете такого певца, как Алексей Воробьев? Да, слышал. Скажите, пожалуйста, что вы о нем думаете? Ну, я о нем ничего не думаю, потому что я не слушаю его музыку. Я его видел, но песни я не слышу. Я знаю, что... Ну, что у него есть там пара популярных песен, то, что он на Евровидении был, и то, что он там матерился. Больше ничего не знаю. Да. И знаете ли вы такого исполнителя, как Алексей Воробьев, и что вы о нем думаете? Нет, мы не знаем его. Не знаем такого. Совсем? Он был представителем Евровидения в этом году. О, нет, не смотрели такого.
Вопрос. Знаете ли вы такого певца, как Алексей Воробьев, и что вы о нем знаете? Нет, не знаю. Ну, мы его знаем, я его знаю, только что о нем сказать. Песня поет такой, вроде бы, если я не ошибаюсь, кино снимает. На Евровидении он выступал. Да, был такой певец. Ну, сейчас он куда-то исчез в последнее время, я его не видел уже давно. Ну, он вообще с экрана не сходит. Ну, вот последний месяц мы просто в лагере были, поэтому... Последнее лето мы в лагере были. Да. Мы вообще не смотрели телевизор. Да. Ну вот Евровидение последний раз увидел. И чем он вам запомнился? Ну чем, такой зажигательный, артистичный парень. Ясно, на вас похож. Да. Ой, спасибо. Спасибо. Бывший футболист. На Евровидении был. Оплошал. Да, подвел. Чем же таким? Вроде мы в десятку не вошли, да? Не знаю. Это все наши познания. Пожалуйста, вы знаете такого певца, который представлял Россию на Евровидении, Алексея Воробьева? Если знаете, то что вы можете о нем сказать? Хороший парень. А чего еще можно сказать? И поет нормально. Пожалуйста, знаете ли вы такого певца, как Алексей Воробьев? Если знаете, что вы о нем можете сказать? Знаем, конечно. Да, слышали. В этом году он на Евровидении выступал. Да. Ну и что вы можете о нем сказать? Нравится он вам? Чем нравится? Знаете ли вы, что он еще актер? Знаем. Да, знаем. Как актер нравится, кстати. А как певец? Тоже. И как певец тоже, да. Харизматичный такой, веселый, интересный. Знаете ли вы такого певца, как Алексей Воробьев, и что вы о нем думаете? Да, знаю. Талантливый, многогранный артист. Знает, он нас представлял на Евровидении в этом году. Очень классно выступал на шоу «Лёд и пламень», стал победителем. Вообще замечательный, талантливый парень. Я думаю, что за ним большое будущее. Oh, 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 I'm gonna get you.